Здравствуйте, меня зовут Толоконников Дионисий, мне 21 год, мой рост составляет 1,78 м, мой вес 70 килограмм. Я снимался в таких сериалах, как «Классная школа», роль Владлена, фильм «Побег», «Побег 2», фильм «Обратный билет» и многие другие. Также я играл в театральных постановках в Театре Луны. «Оскар» и «Розовая дама» играл «Оскара», мюзикл «Флайтер», мюзикл «Сказка о царице ночи». Также занимаюсь профессионально спортом, кандидат мастера спорта по боксу, катаюсь на лыжах, роликах и много что умею. Все.